have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И сегодня сбылась мечта идиота. Короче, ребят, сейчас, чувак досчитает. Где наша команда? Я вас понял. Насколько мне нравится... Вау-вау-вау! Есть. Да, но я его до этого покалечил неплохо. Вот. Насколько мне нравится Blizzard, насколько мне нравится игры от Blizzard, я никогда ни разу не играл в Overwatch, ребятушки. А вот тут выпала такая возможность сыграть в Overwatch вот таким вот необычным способом. Не покупая лицензионную копию, блин. А почему я так мало урона-то наношу? Что это за звуки, блин? Как будто ее крабы щипают. Ай, меня отравили. Я отравился. Блин, а как вылечиться? Стой. Где наши хилеры все? Я вообще без понятия, что тут происходит, если что, ребят. Так, о-о-о, у меня хилка пошла сама, что ли? Я сам лечусь? Как это все происходит? Для меня тут вообще темный лес из того, что происходит. Так, тут... Ай, меня опять отравили, классно. Да, я так понимаю, нужно, чтобы вот это на хилочке сошлась, и тогда у меня хилочка начнет регениться. Да, все верно, хорошо. Что-то я зря дробаша, наверное, выбрал. А сейчас я уже поменять не могу, ну ладно. О, у меня перекат есть. Уйди от меня! А фига ли ты в чужой команде? Не знаю, но фига ты. Слушай, я тут заметил, у нас такой крутой баланс. О, у нас тут это щитовик пришел. Да, чувак, давай. Блин, меня отравили. Он наконец-то баланс изменился. Какой нафиг баланс? Где ты тут баланс-то видишь? Да, ёп, РСТ, ну да, меня грохнули. Чё-то, то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Я не пойму, как в это... Блин, а я не могу тут сменить... Блин, стой, а как... Ну, знаете, кстати, насчет того, как здесь все сделано, насчет графония, насчет озвучки, сделано довольно симпатично. То есть... Этот режим. Что-то мои дробаши какие-то такие бесполезные. Как можно из дробаша дать 7 урона? Вы чё? Ты залип просто, понимаешь? Да нет, впритык. Есть, я кого-то убил, наконец-то. А, и меня убили. Главное, написано, убил на 100%, то есть полностью... Во-во-во! Где у нас там был... Вот, вот здесь можно сменить персонажа. Я хочу вот этого взять. Что-то дробаш меня не вдохновил. Попробую походить за штурмовой. Ну, он тоже попадает по 7-8, но по крайней мере там... На! Уйди от меня! Есть, я убил медика. А! Меня чувак мечом разрубил, ты серьезно? Они, кстати, выигрывают, если чем. Это мы. Да, это вы, это которые... Кстати, у меня тут есть одна очень крутая штука. Yeah.
Да ёлки-палки! Вы чё? Марк, ты не офигел? They are under my protection. Тут он... Они, короче, делают всё, что хотят. Бум. Бум. А в смысле? Где моя граната, которую я кинул? Какого фига? Где наша команда? Вот что мне интересно. Вот тут вот крыса, я вижу эту крысу. Вот эта крыса. На. А, это ты был крысой? Я смотрю, какая-то Вася выглядывает такой. Я знаю, за кого надо пойти. Нафиг можно пойти. Да какого же фига? А как я должен этот щит простреливать? Ладно, хорошо. Кстати, опять этот Марк. Ну да, короче, это мы продули, ладно. О! Мы захватили? Серьезно? Я такой, ну мы продули. О, раунд проигран! Я только атомную бомбу отправил на вас! Вы что, офигели? Короче, не знаю. Нужно очень сильно приловчиться, но я первый раз играю, и для меня это все выглядит такой абсолютнейшей дичью. Хотя кто-то здесь играл уже некоторое время, да? Да. Ладно. Не, ну это было легко. Ну, это было изички. Особенно перейти в чужую команду и выиграть, это было изички. Another day, another match, да. Ладно, надо вас немножко поубивать моей хитростью. Крысиной хитростью, да? Я тут знаю некоторые очень крутые точки, где вас всех можно просто поубивать одной турелькой, которую вы... Так ты 18 уровень, ты не офигел? О! Дружище, Лука, привет, ты с нами. Я крайне рад. Так, хорошо, кем я хочу быть? Я хочу... Мне две медали. Давайте я попробую вот этим чуваком. Я без понятия, как им играть. И да, работает так же, как и тогда. Так, у меня... О, у меня еще и хпшки неплохо так... Ого, ого! Вот это способности, вот это неплохо, кстати. Так, но у меня нету стрельбы, да? Хорошо. Надо это учесть. Кто там стреляет? Блин, мне этот меч пол экрана загораживает, я не вижу нифигища. Удобно. Вообще офигительно. Ты на наш спал найдешь. Видишь ту турельку на точке? Nine, да. Это моя. Оу. Туда никто не сможет добраться. Оу. Так ты у нас четырианец. Из расы четырианцев. Смотри. Так, если, может, это должно было быть. Спасибо за щит. А? Они сзади могут пройти. Я знаю! Я отлетал. Убил чувака. И ухожу сейчас, у меня... Ай, блин, меня тоже убили. Ну хорошо, одного я зарубил. Нормально. О, ты убил тоже какого-то хатера. И хатера. Давайте респаунте мне скорее. Вот так. Граната! Блин, ну турельку не уничтожайте, ну слушайте. I have arrived. Так, хорошо, пойдем. Нифига! Да блин, ну их там три человека уже, ну вы чё, вы серьезно? Так. Давай-ка постреляем немножечко. Турель надо уничтожить. Бегу. Тебе тяжело туда просто прыгнуть? Stop the payload. Придется снайпер. Есть, минус один.
run followers today. Да ёлки-палки! Ну, меня сзади рыцарь достал. Надо этого рыцаря убить. Я как раз снайпер, могу хедшот сделать и всё. Не, они там двери держат. Ну, короче, все, по-моему, в этот раз мы тоже... У нас есть шанс на победу. Нет, ну есть, конечно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Я еще хедшот заряжал. У меня как раз полный... А как мне... Блин, если я хочу чисто по крыше ходить, я не хочу... Ладно. Блин, у них главный щит, это чисто... By the king's grace, give me strength! Да ну блин, у них два рыцаря, они тупо идут и все. Я, кстати, в них гренки кидаю, но гренки как-то вообще... Помогают? Ну, не знаю, то ли я так плохо попадаю, то ли... Ну-ка, да, давай сейчас видите. Посмотрим. Я через это не попадаю, я понял. Так, они же до первого чекпоинта дошли. Да я помогаю! Ты к ним зарядил, что ли? Ульту зарядил к ним? Да вроде успел. Давай посмотрим. Вроде я успел зарядить, но я не увидел результат, потому что меня убили. Я не знаю, если меня убивают, моя ульта отменяется или нет. Если ты ее успел кинуть, то она не отменяется. Да вроде как успел. Бейте, бейте! Уйди! Да блин, как он меня... Он просто идет и давит, то есть я по нему стреляю, ему абсолютно пофиг, он тупо до меня пеша дошел и убил. Это что за распределение, блин? Может, один снайпер хоть что-то сделает? Ну, блин, ну не знаю, это такое себе было на самом деле. А, Грена! Слушай, это солдат, есть, минус два. Ладно, буду меньше. Да как ты на таком расстоянии ты меня достаешь? Я есть, минус. Мне хилить некого. Есть, давай. Я зарядил ульту на место толкания. Давайте пока отбейте их. Чувака, он не просто помогать не хочет. Даже инженер будет помочь. Не прыгай на меня! Есть, одного слил. Никак. Да ну блин, их два тяжелых, они тупо просто блочат все подряд. Блин, идите, я же вам целый пузырь сдал. Делайте. Раунд слит. Ну блин, вообще суперски просто. Ладно. Вот не надо было идти с четырьмя солдатами. Ну пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Match begins in 60 seconds. Если я буду скалтом, то я буду просто сзади заходить на тяжелых, и они ничего сделать не могут. Сейчас, давай погоди, до начала подождем. Итак, обратно в эфире. Поехали. Зайти сзади. У них уже турели везде расставлены. А, это
4 инженера. Минус турель. Блин, у меня 15 хп. Я одну турель снес, но у меня мало жизни осталось. Че, отхилюсь чуть-чуть. Надо инженеров поубивать, чтобы они не... Блин, меня турель снесла. У них там этот рыцарь на объективе стоит. Да убиваем, блин, ну что делать-то? Ой, 2 хп осталось. Чувак, сверху! Надо отхилиться, сейчас. Гаси! Есть! Люди, которые не умеют играть, но умеют делать тупые идеи, чтоб работали. Потому что они все сообща. Блин, меди! Я там что-то взорвал, погоди. Чувак тут прям среди нас, вы что делаете? Медик очень тупой. Тупее медика еще не видел. У меня 9 хп. Есть! Я еще с 9 хп умудрился инженера убить. Ха-ха! Красава. Скорее, 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 надо все отключиться. Все, турели нету, турели нету. Много турели уничтожено, все, можно идти. Раш, раш. Есть! Раш, раш. Ну, захватываем. Есть! Я убил кого-то. Гаси рыцаря! Гаси рыцаря! Есть! Рыцаря загасили. Да может я попадать буду сегодня, было бы неплохо. Турелька снесена. Есть, давайте, эрстрайк. Ааа, гаси их всех, тварей. У меня ульта есть. Так, я пока здесь постою. Все, захватываем, пошли. Ты ульту запусти. О, иммортал, прикольно. Это оказывается хилющая ульта. Сколько в тебя стрелять надо, блин? Ух, спасибо, Лука, то, что ты меня хилишь. Поехали. Едем, едем. Я здесь пока что буду воевать. По-моему, вас лучше. Так, ну я кинул ульту, но меня сбили. О, дабл кейо, я 2 чувака убил, прикольно. Есть. Убил. Прикрываю. О, I'll restore your strength. Они уже здесь? Чекпоинт, есть. Есть.
Сзади! Там чуть-чуть осталось, ну-ка. Есть, добили. Идем, идем, идем. Поехали, поехали. Ай, блин, я так... Келегу, давайте. Так слился. Ай. Ну-ка. Скорее валим. Так, 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 где это, где это? Это здесь. На точку. Есть, есть, есть. Stand with me, friends. Я кого-то забомбил. Да, наверное. Граната. Да, это была моя. А вот тут вражеская. Есть, дабл килл. Ай, блин, меня сверху, инженер сверху. Инженер сверху. Вижу. Omega 3, ready for action. They are under my protection. Так, хорошо. Кто-то ультанул. Мы их должны остановить? Мы вообще должны просто идти. Валите их, слишком много. Есть. Ай, блин, рыцарь! Почему ты в соседней команде? Давай, 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 я выиграл, я вас затащил просто, я вас спас. Ты в соседней команде? Нет, я в своей команде. Ты меня только что убил. Что, меня перекинули в чужую команду? Походу. Я такой, на секундочку, а почему нам нужно останавливать тележку, если мы ее только что толкали? Да, ты, кстати, третье место, прикольно, молодец. А, это я третье место? Это я третье место! Больше всего дэмэджа сделано! Это я, блин, затащил абсолютно. Это было круто. Я вот всех спас и всех вас защищал, в смысле? Это было круто. Ладно, ребятушки, примерно так мы сегодня покатали, потихонечку втянулись. На самом деле весело, интересно. Режимы похожи на Team Fortress, ну, как бы, по-моему, все пучком. Ладно, спасибо, что были с нами. На этом у нас сегодня все. Увидимся тогда в следующих сериях. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.